Итак, опять метро Щукинская. В общем, третий маршрут я уже отсюда снимаю. И на этот раз третьим маршрутом станет автобус 687. Он от метро Щукинская до Микинина, но, наверное, вы подумали то, что такую трассу я уже снимал. И отчасти вы будете правы, но только отчасти. Потому что я снимал 638 маршрут, он идет, ну скажем так, по-другому, нежели 687. То есть он там через третий микрорайон Строгина, 687 идет. Ну, в общем, на темно-синем Лиазе хочу заснять. Вон их там два стоит, вот какой первый поедет, на том и засниму. Вон 638 стоит впереди. Я его уже снимал. Сейчас главное получше место себе найти. Вот. Как раз-таки дождик начинает накрапывать немножко. Это, наверное, немножко запортит обзор. Так, ну вот этот без поворотника. Я не знаю. Он, походу, в этот пойдет, в парк, а вот следующий как раз-таки к нам. Это Сетра или Сетра или... Ну, в общем, когда автобус, сейчас вот, если этот к нам подъедет, я продолжу съемку, а если уедет, то уйду на паузу. Вот. Но уже редкая довольно уходящая эпоха вот этих вот Лиазов. А нет, он идет к нам, значит, автобус номер 687. От метро Щукинская до Микинина на Лиазе 6213.22.
жизни.
Пожилым людям, пассажирам с детьми, временно уезжающим.
Thank you.
Двойка доступна на валидаторах наземного транспорта. Пополните карту в приложениях «Московский транспорт» или «Метро Москвы». Нажмите боковую кнопку на валидаторе, приложите и удерживайте карту. Следующая остановка — аллея генерации.
жизни. Следующая остановка – улица Исаковского, дом 33.
Фух. Провел мне вибромассаж этот мановский двигатель, конечно. Ну что хочу сказать, покруче Маза, конечно. Особенно на верхних этих королевских местах. Хороший автобус, и жалко, что у нас в северо-восточном такие активно уже передаются. Либо списываются, либо в другие города, либо в другие филиалы. Вот, мы быстро проехали кружок по 687-му. Вот, на Лиазе. Два маршрута автобуса сегодня заснял. Ну и вот, собственно, на сегодня все. Я поехал домой. Ну, на этом всем спасибо и всем пока.